Быстрее, 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 7 секунд. Всем привет, дорогие друзья. Мы с Дизам решили поиграть в потрясающую игру, которая вот буквально недавно вышла на днях. Да, Дизам? Да, привет всем. В общем, игра заключается в том, что один человек играет на компьютере. Ну, в данном случае буду я, пока что. Я должен обезвредить бомбу. У меня будут различные бомбы, которые нужно будет обезвреживать. Но для того, чтобы обезвредить бомбу, нужно знать, как ее обезвредить. Для этого есть Дизам. Да, в общем, я сегодня в роли помогать. У которого есть PDF-файл на русском языке, слава богу. Который расскажет, я буду говорить, какого вида бомбы, как что устроено, а он будет смотреть по мануалу и подсказывать, какие провода резать там, допустим, что нажимать, чтобы бомбу обезвредить. Попробуем поиграть, поржать, здесь будет весело. Надеюсь, у нас получится обезвредить хотя бы одну бомбу. Да, это будет шок. Ладно, я открыл бомбу. Так, расскажи, что ты видишь, Джонни, что ты видишь? Подожди, у меня тут написано «контент». Сейчас я «next» нажму. «Next», 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 «next». А, подожди, мне нужно нажимать на бомбы, что ли, получается? Да, там сейчас у нас запустится таймер, и тогда... Давайте тогда первую бомбу нажимаю, все, давай. Да, бомба, поехали. Так, у нас первая бомба. Игра, к сожалению, на английском языке, но мануал, слава богу, сделали на русском. Не знаю, люди либо перевели, либо они сразу такие были. Перевели, кажется. Перевели, видимо, да. Скажи, у нас с тобой есть 5 минут, ты готов? Да, я готов. 3 модуля у нас и 3 страйка какие-то. Давай, поехали, разберемся. Я нажал, все. Время пошло? Так, this screen's your eyes on. А, этот экран только для твоего глаза, да, да, все. Да, да, отлично, да, это ты видишь. Так, у меня бомба квадратная, 5 секунд тикает. Отлично, не паниковать, значит так. Что ты видишь, рассказывай? Включился свет, пошел отсчет. Так, смотри, короче, у меня прямоугольная бомба поделена на 6 секторов. Да, да. Модуль, значит, модуль. Смотри, модули, 6 провода модулей. Есть? Провода есть. Есть, провода внизу. Рассказывай. Значит, первые провода. Синие, потом сколько белые. Провода? Сколько штук? Сколько штук? 5. Значит, если 5 проводов. Значит, что последний провод черный? Да. И последняя цифра серийного номера нечетная. Поверь, серийный номер проверь. А где, кстати, серийный номер? Покрути бомбу. Один серийный номер на конце. Нечетная. Так, значит, да. Режь четвертый провод. Желтый, то есть? Четвертый, просто четвертый сверху. Фух, прошли один модуль, да. Потом отлично, модуль, который слева, какие-то клавиши, короче, какие-то. Да, я понял, 4. Понял. Рассказывай, что ты видишь. Что ты видишь, какие клавиши. Описывай мне. Первая клавиша сверху слева. Ракетка для бадминтона. Ага, понял. Ну, я понял. Вторая клавиша, буква S обратная с точкой внутри. Ага, хорошо, понял. Нижняя левая и буква N английская такая же, типа, похожая такая. Только немножко с наклоном таким. С наклоном, и справа направо, налево такие, как кобры смотрят. Да-да-да. Да-да-да. И последнее справа, снизу, между прочим, уже 3,5 минуты осталось. Говори. Буква такая N нарисованная с хвостиком сзади. Я понял, значит, нажимай первую бадминтонную ракетку. Так, нажал. Дальше потом нажимай на вот эту N с кобрами, которая. С кобрами, так, точно. Дальше потом нажимай на N с запятой такой. Да. И на вот эту вот штуку. Да, зарезали, так, у нас кнопка аборт. Все, отлично. А что дальше делать? Что, кнопка какая? Таймер тикает, да, дальше. Какая кнопка? Аборт. Аборт. Кнопки в мануале, кнопки, так, кнопки. Аборт, кнопки. Что делать? Нажимать? Сейчас, не паниковать. И все будет хорошо. У нас есть сколько времени? 3.05. Есть на кнопка синяя? Кнопка синяя? Батарейки нашел. Кнопка нет белого цвета. Ну, синие такие заглушки, но кнопка белого цвета. Есть кнопка белая, а на корпусе бобы написан. Есть горящий индикатор CAR. Есть горящий индикатор CAR? На корпусе бобы. Есть индикатор NCA. Не то. Так, ладно, батарейки. Если кнопка синяя, у нас не синяя. Если на бомбе больше одной батарейки. Раз батарейка, два батарейка, три батарейки, аж тут даже. Если кнопка белая, кнопка не белая, если на бомбе больше двух батареек, и на корпусе есть горящая кнопка. ФРК есть кнопка горящая? NSA кнопка есть горящая. NSA. NSA-A. Я не знаю, что делать. Ну а что, хоть примерно предложи, так, варианты, скоро взорвемся к чертям, да. Нажимай кнопку. На аборт? Зажимай, да. Нажал, держу. Что, какой цвет появился какой? Желтый. Желтый, значит, отпустите кнопку, когда любая цифра на таймера будет равна 5. Мы прошли! У-ху! Есть! Я не подвел. Слушай, да. Охренительная игра, просто бомба, а не игра. Так, тихо, давай я дальше. Я вспотел. Ты я сам пересрал. Знаешь, нам оставалось 2 минуты. 2.05 я нажимал на эту кнопку.
Это еще ничего, это еще ничего. Диффузы, так, это самая легкая была, это тренированная бомба, грубо говоря. Там дальше есть вообще азбука может, там очень сложно. Давай, короче, это был первый, грубо, First Bomb называлась контент. Пошел контент номер два, что-то старое, что-то новое, называется бомба. Значит, три модуля, три удара, пять минут. Ну давай, в принципе, все стандартно. Давай, поехали. Попробуем. Так, ну опять предупреждает, что только, не, только я могу смотреть на бомбы. Специально сделано. Так, у нас бомба такая же примерно, да? Так, нажимаем. Начинаем с проводов. Проводов давай. Сколько проводов? Проводов нету. Блин, черт подери. Лучше были. Есть клавиши. Клавиши, давай с клавиш. Точно, описывай мне. Первый сверху слева Б. Б. Потом какой-то заборик. Заборик. Как поподроб. Типа штанги такой, не знаю. Ну как там... Ну, короче, такая палка, а на ней как будто две посередине палки еще. Я понял, палка перечеркнута двумя палочками. Да, точно, да. Потом буквочка, типа, такой подсвечника такого, с тремя канделябрами, да? И буква Е, типа, Ё буква какая-то такая. И буква Е с запятой, да? Не, Ё. А буква Э перевернута, а буква Э и две звездочки, и две точки сверху, да, давай. Значит, нажимай Б. Так. Так, потом нажимай вот эту, с точками вверху, Ё. Так. Потом вот эту перечеркнутую палку. Так. И канделябр. Ну все, отлично. Дальше у меня справа модуль такой, короче, такой типа морского боя. В нем два желтых, зеленых кружочка такие отмеченные. Белая точка и красный треугольник по кругу кружится. Такая вот херня. Ух ты, блин. Все? Вам жопа? Так, подожди. У нас две батарейки, ну, два слота для батареек. Серийный номер оканчивается так, на 4. Так. Нет, у нас 3 слота для батареек. 3 слота. Хорошо. Я понимаю, я какой-то блок. Значит, что у нас блока? Есть синий, желтый, красный, зеленый цвет, да? Это так, треугольник. А блок похожий, ну, знаешь, как такие точечки, такие, ну, блок такой, да? Он квадратный. Там как будто такой индикатор. Индикатор в этом блоке. Есть, крутится красный треугольник в нем. На одной точке вместо точки. Есть белая точка, есть две точки, обведенные зеленым кружком. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Хорошо, есть кнопочка пресс. Красного цвета. Так, ну, наверное, ее жать не нужно. Так, а хорошо, что будем тогда делать? Что-то нужно делать. Так. Может, батарейки как-то помогут? Я не могу найти этот блок этот в описании, в мануале. Опиши мне его больше, тут есть как бы... Ну, похож на радар такой блок. На радар. А внутри квадратик есть? Там такие маленькие квадратики, состоит из множества маленьких квадратиков, целая куча. Ну, лабиринт, так вот. На лабиринт похоже, что ли? Ну, как будто шипы вверх точат, в твою сторону, как будто такие. Ну, такие тут квадратики такие стоят. А-а-а, пароль. И кнопка есть submit, да? Нет. Нет? А вокруг каждого есть кнопка направления, вам есть кнопки направления есть. Вправо, влево, вверх, вниз. Вправо, влево, вверх, вниз. И мне нужно двигать эти кнопочки, вправо, вверх, 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 вниз. Ну, то есть, грубо говоря, у меня экран, я, видимо, играю за красный треугольник или, может, за белый, и мне нужно куда-то двигаться, вверх, вправо, вверх, вниз, влево. Понимаешь, о чем? 2 минуты 11 секунд. Завис. Я просто, ты так описал этот модуль? На так, радар такой как будто похож. Но он такой, есть стрелочки по бокам вот этого квадратика, этого мониторчика маленького. Есть по бокам стрелочки влево, вправо, вверх, вниз. И ну, нужно, видимо, двигать куда-то будет. Влево, вправо, влево, вниз. Память 1, 2, 3 не то. Азбука Морзе не то. Ой, время ускорилось. Я начал пытаться сам делать. Вверх, вниз есть. А, вот, все нашел. Это лабиринт. Да. Так, найди лабиринт с вытающими круглыми отметками. Время ускорилось. Найдите лабиринт. Круглые отметки у нас. Где у нас круглые отметки? Расскажи. Кто у нас? Круглые отметки у нас сверху это пятая. Сверху пятая. И, ну, понимаешь, точка пятая. Да. И предпоследний ряд третья. И там треугольник красный на этом ряду. Первый же треугольник красный горит. Ага. Быстрее. Сатурн должен провести белый кружочек до красного треугольника. Да, понятно, да. При помощи кнопки со стрелками. Осторожно. Минута осталось. Так, значит, хорошо. Где кружочек? Белый кружочек. Белая точка стоит сейчас на втором-третьем. На втором ряду третья. Быстрее, 40 секунд осталось. На втором ряду третья. Значит, поехали вверх. Ну. Влево. Влево. Так. Вниз, раз. Да. Вниз, два. Так, быстрее. Влево. Давай. Вниз. Давай. Право, вниз, лево. Право, вниз, вниз. Влево. Все, готово. Давай, 20 секунд осталось. Кнопка пресс, что с ней делать? Жми, наверное. Нажал.
Какой цвет? Цвет белый цвет. Белый цвет, зажал, ты жал. Да, быстрее, 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 7 секунд. Так, если белый цвет, белый цвет. Когда единица будет равно? Мы прошли! Я угадал! Знаешь, какая секунда? 0,1,49! 0,1, значит, подходит. 0,1,49, прикидываешь, 0,1... Полторы секунды! Я наугад нажал! Ну я успел сказать, но я пока нашел. Пустите, когда любая цифра таймера будет равна единице. Ты не успел, я уже потом уже отжал. А, я понял. То есть прикол в том, что я угадал. Ну там тоже надо было не угадать, оставалось 0,1 секунда. Я просто решил, была не была на 0,1 секунды сделать это отжать. А как раз подходит, там это белый цвет, когда единица надо отпустить. Я же говорю, просто полная жесть, круто. Отлично, ну супер. 0,1 секунды, смотри, как круто. Слушай, ну какой-то комбо, мы прям созданы для... вообще супер. Все, завтра поедем разминировать, Шеймс. Обязательно. Не-не-не, не надо. В жизни все не так будет просто. Так, ладно. Мануала не будет. Не, что, пойдем устроимся в Америкосе, там, в склад этот, который там специально ездит, разминирует. Нормально. Так, у нас 5 минут, 6 модулей и 3 страйка. Давай. Ух, давай. Загружаемся. Фух, мне уже страшно. Там я уже давно посрался. Когда 0,1 секунда была. Я думал, не пройдем, мы вообще комплекс. Так, не знаю, важно, не важно, но сейчас 19:28 на часах. Так. Поехали. Время пошло. Значит, у меня кнопка пресс, кнопка донейт и два модуля с клавишами. На задней стороне провода есть. Давай с проводами провода, разберемся. Значит, первый модуль с проводами, три провода всего. Первый... Так, и... да. Три провода всего. И последний... Значит, у нас есть красные провода? Один. Первый самый. Так, если нет красных проводов, режьте второй. У нас есть красный. Иначе, если последний провод белый, режьте последний. Последний провод белого, белого тоже нету. Если всего синих проводов больше, чем один, синих проводов больше, синих чем нет. Один. Есть только два желтых, один красный провод. Все, вот что режь у нас. Последний. Последний резать? Да. Хорошо. Ну, следующий модуль у нас... Пошли? Идет... Да, у нас модуль тоже, тоже провода, 5 проводов. Ага. Последний черный. 6 проводов, последний черный. Есть желтые провода есть? Один. Да, есть. Первый желтый, последний черный. 6 проводов. А белых больше, чем один? 2 белых. Четвертый режь. Синий режь, четвертый. Четвертый режь. Отлично, готово, разминировали. Так, клавиши, давай с клавиши разберемся. Средняя... Кнопка. Да, 3,5 минуты еще осталось, есть время. Кнопка синяя. Чувствую себя в Форт Бояре каком-то, блядь. Кнопка синяя, значит, давай. Не-не-не-не-не, кнопки, клавиши разберемся, клавишами. А, клавиши, хорошо, давай, рассказывай. Первое, перевернутый вопросительный знак. Так, погоди, ух ты, это какой такой? Вопросительный знак такой перевернутый. Нашел. Типа крючок такой похож. Нашел, да. Потом Ж и Б. Ж, Б. Ж кнопка, Б кнопка. И кнопка смайлик типа с язычком таким. Так, подожди. Снизу. Подожди. Ну как будто подвеска такая ожерелье. ЖБ и подвеска, какая подвеска? Ну два глаза и такой смайлик, не знаю. А, такая... я понял. Значит, первый нажимай Б. Блин, мне скайп кто-то звонит, отлично. Давай. Б. Б. Нажал. Ж. Да. Вопросительный знак. Да. Смайлик. Отлично. Следующая у нас звезда. Звезда, смайлик. Подожди, это снова продолжаем. Новый модуль, да, такой же. Звезда. Звезда, тот же смайлик. Да. Потом сиськи вправо. Так, подожди, сейчас я просто нужно найти, чтобы мне... Сиськи вправо с галочкой. Звезда, сиськи вправо с галочкой. Ух ты, как ты что объясняешь? Но буква Z такой закорючкой, сверху галочка над буквой Z. Z, русская Z. Так, пойди, что до этого было? Звезда. Звезда, да, звезда есть смайлик, который был уже. Понимаешь? Да, я понимаю, я ищу. Буква такая 3, буква 3, такая в конце с такой каракули, 3 с каракули, сверху такой галочка сверху. Ага, хорошо. Нашел. И четвертая... Звезда какая? Звезда черная? Да. А, вот, ты что, начинай. Ага, и четвертая что? И четвертая такая флаг, только в левую сторону смотрит флаг. Такой флаг на палочке в левую сторону. Ну, что-то такое похожее. А, я понял, наверт такой. Значит, первый нажимай, значит, смайлик. Так. Потом, значит, что там еще есть у тебя? Звезда, Z, 3 и флаг. Флаг, Z, звезду. Так что еще нажимаешь? Первый смайлик, потом что? Флаг. Флаг.
Потом это три такой... Отлично, теперь две кнопки, у нас осталось 1.5 минуты. Кнопка пресс написана и кнопка детонейт. Какую из них нажимать? Так, не, надо по очереди, сначала с одной разобраться, потом с другой. Давай быстрее говори, какую? Кнопка синяя? Нет, все обе кнопки белые. Детонейт написано, да? Да, да. На бомбе больше одной батарейки? На бомбе, блядская бомба. Повернись, нет вообще батареек. Блин. Бомба без батареек. Как это работает? Если на бомбе больше двух батареек, так. Если на бомбе... Нет батареек вообще. Если кнопка красная. Кнопка какого цвета? Белого кнопка. 55 секунд осталось. Если кнопка, не дави на меня. Если кнопка... Нажимай на кнопку и удерживай. Нажимай, держу. Цвет. Белый. Белый. Когда будет на таймере единица, отпускай. Отлично. Кнопка пресс, давай быстрее. 39 секунд. Кнопка пресс. Кнопка синяя? Цвет белый, 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 белый. Тоже белая. Кнопка белая, а на корпусе бомбы есть горящий. Индикатор горящий кар есть? Что еще раз? Индикатор горящий кар на бомбе. Да, есть. Белый кар горит. Нажимай кнопку и удерживай. Готово. Цвет. Красный. Быстрее. Такого цвета нету. Красный цвет. А, подожди. Отпустите, когда любая цифра таймера будет равна единице. Единице? Да. Фух, 1 секунду мы прошли. Вообще супер, мой боже. О боже, мы прошли. О май гад, лайк, ребята. Просто за такой, за такую пух мы не готовились. Я аж вспотел. Супер. Ух, твою ж мать. Жуткая игра, жуткая. А там дальше еще будет, там будет до 12 может модулей быть. До 12. Готов? 4 модуля. Еще чего? Я без передышки, ну давай. А че, там мы же спорты по саперам, мы некогда передыхать. Как вокруг бомбы взрываются. Давай, поехали. Форт Бояр. Давай, поехали. Готов? Ну, готов. Время пошло. О, тут жестче. О, где-то не нравится. Короче, давай с клавишем то сегодня разберемся. Клавиши уже привычные. Поехали. Лямбда, знаешь, как... Ну еще, да, да, да. Лямбда, да, да, такая, лямбда, типа вигвама такая. Я знаю, что такое лямбда, да. Наверное, лямбда, если может это не лямбда. Ну да, да, фиг вам, короче, да, да. Давай, белая звезда. Да. И такие джойстик. Геймпад такой, сверху с запятой. Сверху. Геймпад сверху с запятой. Похож. Ну, да, да, да. И клавиша R, недорисованная R. Не хватает ей. А, ну три недорисованные, три. Я понял. Трокинг. Значит, давай нажимаю геймпад. Так. Потом три недорисованную, так. Лямбду и звезду белую. Готово. Потом у нас, в общем, индикатор с четырьмя цветами. Четырьмя цветами? Такой ромбик с четырьмя цветами. Да. Мигает, постоянно мигает зеленый. Потихоньку иногда мигает зеленый на нем. У нас есть зеленые, синие, желтые и красные. И мигает зеленый иногда. Первый раз вижу такое, значит. Я вижу этот модуль, значит, используйте подходящую таблицу снизу. Так, что у нас? Давай. В серийном номере содержится гласное? В серийном номере гласное? Да. Серийный номер ВГР... Нет, ты не скажи гласное, я не знаю. Согласное. Это английский язык. Ну тут нету либо гласных, либо согласных. Тут ВГР, тут только нету гласных. ВГР. Это, наверное, согласные, я так подозреваю. Или это гласные. Давай рисковать, короче. Так, подожди. ВГР. Это гласное. Гласное. Я забыл. Я не знаю. Ой, стыдно. Давай это последним решим. Это согласное. Хорошо, так что сделаем тогда? 3 минуты. Так, какая вспышка мигает? Желтая. Ой, не желтая, господи, зеленая. А что, нажмите зеленую. Нажать зеленую? Нажми. Типа Саймона. Да, Саймон говорит. Ой, я ошибся, сейчас бомба пошла тикать. Так, что ты сделал? Ты сделал не так, как сказал? Пошла быстрее тикать, подожди, что-то не понял, что надо делать. Вот я тоже не понял, что делать. Я повторяю, как я нажимаю. Какая загорится? Загорелась та же кнопка, что в начале? С ней еще одна. Повторите последовательность в том же порядке, используя таблицу для цветов. Что за горец, как нажал зеленый? Карл не может. Мы взорвались.
Как так? У тебя было несколько ошибок. А там маразм, я нажимаю, нет, я нажимаю, то есть, как она, ну, знаешь, типа, повтори за Саймоном, типа, как играет, да? Да, это называется, это блок называется Саймон. Саймон Сейс называется, да, сыграет Саймон. Я нажимаю то, как он говорит, но мне так, я понимаю, нужно только, может быть, в обратном направлении это сделать, мне показалось. Ты не стал слушать меня. То есть надо было сделать в обратном, давай попробуем еще раз. Так, подожди, давай разберемся. Значит, у нас есть Саймон говорит. Нам разогрелась одна же цифра. Подожди, давай попробуем, чтобы такая же была. Используйте подходящую таблицу снизу. Нажмите на кнопку соответствующего цвета. То есть... Короче, но основа бомба, в которой есть опять же Саймон. Опять, давай Саймон разберемся. Давай с Саймона начнем, да. Да. Так. Значит, у нас есть на корпусе гласный какой номер, продиктуй. Упс. Что, взорвался? Нет, но мне время стало тикать больше. LW, все, остальные цифры. Ага, значит, какой цвет горит? Синий. Синий. Значит, нет ошибок? Ну, нажимай, значит. На что? На синий нажал было бы... Нет, желтый нажимай. Тоже плохо. Желтый, синий. Время тикает дальше. Надо было нажимать на желтый, ты первый раз нажимаешь. Сейчас какой горит? Сейчас горит синий. Синий. Сколько ошибок у нас? Две. Нажимай на зеленый. Прокатило. Мы обезвредили? Нет, два раза нажался на синий два раза. Двойной сигнал синий, сейчас идет, что делать? Двойной сигнал синий, я не знаю, загорелась та же кнопка, что и в начале. О, да. Что делать? Двойной синий идет в том блоке. Зеленый нажимай. Опять? Да попробуй. Может два раза нажать зеленый? Да. Нет, помогло? Не молчи. Да, все правильно. А теперь два синих, один красный. Два синих. Два раза зеленый и желтый. Теперь два синих, два красных. Когда это закончится? Два синих, я два зеленых. Я уже логику понял. И два желтых нажимай. А теперь два синих, два красных, желтый. Два синих — это два зеленых, два красных — это два желтых, и желтый — это красный. Короче, дальтоники. О, все, хорошо, нормально. У нас две секунды осталось, 2 минуты осталось. Ну, дальше давай, провода, пять проводов. Пять проводов. Шесть проводов, конце красные. Давай. Так, если желтых проводов... Желтых нету. Последняя цифра серийного номера какая? Четная, нечетная? Последняя цифра серийного номера — ноль. Четная. Это нечетная. Нечетная. Четная. Четный? Да. Если есть желтый, желтый есть? Нет, желтого. Красный провода есть? Есть. Четвертый реж. Отлично. Теперь у нас такой типа калькулятор, написано first, no, wait, left, middle, press. Ух ты, блин, что так все тут новое такое? Быстрей. Калькулятор, я ж калькулятора-то не вижу. Типа калькулятор, типа такое окно, как калькулятора, плюс 6 клавиш. Первое написано first, no, wait, left, middle, press. Так. Понял, так. Что на дисплее написано? Каком дисплее? Понял, значит, дисплея нету. Не горит он. Не, он есть, но там никого не горит пока. 35 секунд. Это... 27 секунд, 25. Почему ничего не горит? Не успеем, зачитать. Ну, придумай что-нибудь, ну. Какую кнопку, не знаю, нажми как что-нибудь, нажми. Чёрт. Все, рванули. Слишком мало было времени. Но я нашел этот модуль, только там... На дисплее должно что-то было гореть. Модуль называется «Кто первый», кстати. Who's on first? Кто? Ой, это, кстати, мне помогло бы, если... Кто сначала? Нет, только мне потом писали, когда мы взорвались, что он так называется. На котором модуль, который нас убил, тут написано. Так, есть еще нестабильная... Так, ну я думаю, что на этом серию заканчиваем, да, потому что потом это чуть-чуть передохнем. Нажимай что-то. Надеюсь, вам, ребят, понравилось, спасибо, что смотрели, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, с вами был Design Cloud, вроде было смешно. Да, было круто, всем спасибо. Пока-пока.